В Думе города состоялось второе заседание комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока». Председатель комиссии Людмила Таран. Всего в совете 10 человек, которым дано право выбора. Комиссия увеличилась на одного человека. В комиссию вошел член общественного совета при Думе города Владивостока. 10 человек, 3 от почетных граждан, осталось 3 от Думы города Владивостока и 3 представителя администрации города Владивостока. На повестке дня было рассмотреть представленные кандидатуры, выслушать слова поддержки в адрес претендентов и выбрать наиболее достойного. В этом году в списке 8 кандидатов на присвоение почетного звания. Константин Цибулин, директор МБУ содержания городских территорий. Александр Аксенов, заслуженный тренер Российской Федерации. Эдуард Барсегов, скульптор. Галина Шаврина, заслуженный учитель России. Александр Городний, президент фонда «Арт-Этаж». Петр Осичанский, президент межрегиональной организации «Дальневосточная ассоциация морских капитанов». Александр Ткачук, председатель общественной организации «Союз писателей России». Ольга Перова, главный врач Владивостокской поликлиники номер 1. Все эти 8 кандидатур, которые были представлены для рассмотрения комиссии, это очень знаковые для нашего города люди. Это и представители науки, это и представители искусства, это учитель, это несколько спортсменов, это врач. Каждый из них внес огромный вклад. В этом году произошли изменения в процедуре голосования. Поднять руку «за» можно было только один раз, поэтому члены комиссии чаще воздерживались. Однако за Ольгу Перову, главврача поликлиники номер 1, члены комиссии проголосовали почти единогласно. Мы своими глазами увидели, как наши работники здравоохранения на переднем фронте воюют с пандемией. Мало того, что так получилось, что я и сам переболел этой болезнью и увидел изнутри, как это все происходит, лечение. Решение комиссии будет направлено в Комитет по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока для последующей разработки и внесения комитетом проекта решения Думы города Владивостока о присвоении звания «Почетный гражданин города Владивостока». Алина Черненко, Игорь Болтов, новости на 8.